Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, 11 января, в 9 часов утра по московскому времени в своем чате Daisy and Attack My Team, ссылку на который вы можете найти в описании к этому видео, а также в своем телеграм-канале «Уже не доктор», я дам ссылку на регистрацию в свою команду в проекте Daisy and Attack. Проект уже стартовал. Стартовал он плохо в плане того, что не работает фронт-энд составляющая, то есть сам личный кабинет плохо работал. Сейчас там основные функции поправили. Проблемы возникали в основном с реферальными ссылками и с оплатой пакетов. В этой инструкции я покажу вам, как все-таки завтра стартовать всей командой, да, и быть в числе первых в нашей команде. Как эти реферальные ссылки, где их как брать, чтобы там потом приглашать людей. Ну и как, собственно, купить все пакеты, тонкости и нюансы. Значит, будет вот такая вот ссылка в чате дана. Вы по ней переходите. Переходите либо с браузера Chrome, с расширением TronLink Pro. Уже с подготовленным на нем троном. Я вот сейчас как раз тестово перевел на этот кошелек $100. Вот, либо же свое приложение TronLink, которое у вас на телефоне установлено. Там, то есть, будет картина такая же. То есть, если вы просто приложение на телефоне откроете, вам нужно будет перейти в раздел Discovery или браузер, в зависимости от того, какое у вас приложение. И на телефоне просто разрешение сайта будет другим. Он будет выглядеть вот так вот. Да? Вот вся разница. Вот на телефоне будет вот так выглядеть, а вот на компьютере вот так. То есть, все кнопки одинаково везде расположены. Проматываем вниз, здесь вот кем приглашен, вот мной приглашен, вот будет такая вот, такой логин, может быть другой будет, может там будет капитал 2, может капитал 1 останется. Здесь вот будет адрес кошелька прописан, ваш, с которого вы хотите залогиниться, и здесь нужно будет придумать имя пользователя. Ну вот. Придумывайте, оно должно быть обязательно с маленькой буквы, не должно быть больших букв, все должно быть латиницей, ну и, собственно, цифры тоже могут присутствовать. И нажимаете кнопочку «Регистрация». В этот самый момент, прям вот пока крутится, у вас уже покупается первый пакет за $100, то есть вы занимаете место в матрице, то есть просто зарегистрироваться и не купить пакет не получится, поэтому сразу же нужно иметь троны на балансе. В достаточном количестве, чтобы этот пакет купился. Вот так вот эта штука будет крутиться достаточно долго, там от 30 секунд до даже 2 минут порой иногда бывает. Но если мы вот откроем, если там все-таки что-то проходит, вот эта транзакция, она отобразится здесь. Пока что мы видим, что ничего не отображается. Ждем пока. Идет связь самого веб-сайта с обращением к смарт-контракту. Смарт-контракту Daisy. Вот. Перебрасывает на подтверждение операции. Мы видим сумму, это вот $100 по текущему курсу. И на компьютерах нам нужно здесь нажать просто «Accept», а на телефонах там «Safe Mode», там ввести пароль и нажать там «Confirm» или «Done». Там, по сути, все то же самое. Тоже, ну, то есть подтвердить операцию. Нажимаем «Accept» и как бы подтверждаем, что мы хотим заплатить смарт-контракту эту сумму, чтобы у нас купился пакет. Давайте посмотрим, что сейчас происходит. Вот мы видим, кстати, уже, если откроем операции в нашем TronLink кошельке, то мы видим, что уже 3000 списалось. И вот только что мы видели в правом верхнем углу, если заметили, была галочка, что все прошло. Меня сейчас перебросило на подтверждение. Это, опять на подтверждение. Смело жмите на «Accept». Это подпись вашего кошелька, чтобы соединить его с веб-сайтом. Нажимаете «Accept» и вас тут же перебросят уже в личный кабинет. Все. Сейчас пока что сайт до сих пор работает некорректно. Его поправят в течение нескольких дней. В чем заключается вот некорректность? В том, что если вы перейдете на уровень 1, вот у вас на английском языке, если здесь будет у вас стоять английский, будет написано «Tier 1», да, можете сразу на русский переключиться внизу вот здесь. Уровень 1. Он опять вам предложит купить первый уровень. Но хотя вы его уже купили при регистрации, правильно? Не переживайте. Это проблема веб-сайта. То есть веб-сайт отображает, как будто у вас не куплен первый пакет.
На самом деле он у вас куплен. Если вы попытаетесь купить его снова, у вас деньги не спишутся. То есть смарт-контракт выдаст ошибку. Поэтому, не обращая внимания на первый уровень, если вы уже в личном кабинете, значит он у вас уже есть. Если вы хотите купить больше, чем один пакет, переходите на уровень 2 и здесь нажимаете Confirm Payments, да, окей, там он грузится. И то же самое, вот, подтверждаете операцию, у вас купится второй пакет. После того, как купится второй пакет, у вас тоже будет также отображаться, что вот он как будто бы не купился и можно будет его купить еще раз. Тоже не обращайте внимания, на самом деле в смарт-контракте у вас уже все куплено. Смело перемещайтесь на уровень 3 и покупайте третий пакет, если вы хотите купить третий пакет. И так далее, вплоть до того пакета, который вам необходим, да, на который вы рассчитываете. Вот. Если вы купите, там, перейдете, там, пропустите один из уровней, у вас такая транзакция не пройдет. Или если вы забудете такие, так, вот третий пакет хочу купить. И не можете никак вспомнить, покупали вы его уже раньше или нет. И переживаете, что, а как это я, может быть, сейчас два раза подряд куплю один и тот же пакет? Не переживайте. Два раза подряд купить пакет не получится. Смарт-контракт просто такую операцию не пропустит. Если вы увидите при попытке купить какой-то из уровней, да, какой-то из пакетов, и вам смарт-контракт выдаст ошибку, значит этот уровень у вас уже, скорее всего, куплен. Вот. Ну, ошибка, конечно, может возникнуть сама по себе, тогда просто попробуйте еще раз. Но, во всяком случае, лишних денег смарт-контракт с вас точно не возьмет. Так что насчет этого не переживайте. Вот. Ну, я на этом тестовом аккаунте второй пакет покупать не собираюсь. Да. Вот. Соответственно, мы, кстати, вот в разделе Reports мы видим Current Contribution, то есть, что вот у нас есть на самом деле первый пакет уже куплен. Вот, и когда вы купите, скажем, третий, четвертый пакет, пятый пакет, у вас могут не отображаться все эти вещи. Вот давайте я переключусь там на свой кошелек, например, на другой. И я вот здесь могу посмотреть. Вот здесь у меня куплено на этом кошельке 8 пакетов. Сейчас подгрузится. Не хочет грузиться. Ну, в общем, видите, у меня здесь 8 пакетов куплено, а отображается, что не куплено. То есть 8 пакетов всего лишь. Всего лишь один пакет, а на самом деле здесь 8. Так что не переживайте насчет этого. Теперь, вот по поводу ссылок, да, копирование ссылки. Вот вы, например, хотите пригласить кого-то в свою команду. Нажимаете «Копировать реферальную ссылку». Но если вы эту ссылку вставите вот сюда, да, то вы увидите, что у вас после идет daisy.global/rr/ и дальше пустота. Это тоже проблема, тоже ошибка, которую исправят в ближайшие пару дней. Вот если вы хотите пригласить партнеров, то здесь уже просто вбиваете свой непосредственно логин, который вы указывали при регистрации. Вот, вбиваете этот логин и эту ссылку уже можете давать партнерам, и они уже при регистрации смарт-контракт будет понимать, что они хотят к вам структуру, и когда они будут покупать пакеты какие-либо, они уже будут оказываться у вас в структуре. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все. Так что, друзья мои, будьте готовы. 9 часов утра по московскому времени. Наша команда стартует в Endotech. Через пару дней здесь все наладят со стороны веб-сайта. Нам сейчас нужно просто занять места. Пара дней здесь все наладят, все будет классно отображаться, все будет работать как по маслу. Я уже все это оттестировал, все в порядке. А будет еще лучше. И мы с вами уже на следующей неделе, я уверен, приступим к полноценной масштабной работе. И я думаю, что здесь будут крупные заработки у многих наших партнеров. И мы будем проводить регулярные презентации и, в общем-то, работать и получать от этого и деньги, и, я надеюсь, удовольствие. Все, всем жирного профита, счастливого старта, побольше переливов, побольше процентов от Эндотека, побольше вам партнеров. В общем, всего наилучшего. До связи.